Приветствую вас. И знаете, я не очень понимаю ваш вопрос. То есть вы говорите, что у мужчины на протяжении года нет денег, вот, он женщине ничего не дарит, но при этом женщина у него тратит свою зарплату, на праздники дарит подарки, и он охотно принимает это, не стыдясь. Взамен ничего не дает. Что это за мужчина? Это мужчина, который позволяет себе быть собой, а женщине позволяет быть собой. Если мужчина не может дарить подарок, это его право. Хочет, может, не может, не хочет, это его решение. Если женщина тратит зарплату, это ее право. Но если женщина чего-то ожидает от мужчины, только потому что она что-то для него делает, эта женщина, к сожалению, пребывает в очень сильных иллюзиях, потому что не порождает обязательства другого человека, если я что-то для него делал. Если бы вы были мужем и женой, ну, тогда да, тогда, конечно, это бы к чему-то обязывало бы. Ну, это к чему-то бы обязывало, действительно. Вот. А в остальном, да нет, просто человек позволяет быть женщине собой и все. У него такие ценности. А другой человек поступил бы иначе. Ну, то есть, я имею в виду, другой человек поступил бы по-другому, в том смысле, что там, другой человек, он, ну, не стал бы вести себя так вот, потому что у него были бы, ну, ценности немножко. Ну, ценности немножко другие бы, да? Вот. А так, ну, вот, условно говоря, ну, вот, такой мужчина, вот, и все. То есть, мне кажется, что женщина, она здесь пытается манипулировать, мужчина, вот, она пытается манипулировать им, вот, она пытается выехать там на чувстве, может быть, какой-то вины и ответственности этого человека, вот, но правда заключается в том, что никакого чувства вины и ответственности у человека нет и, в принципе, быть не может, если он уже придерживается определенных ценностей. А, собственно, как показала практика, да, именно определенных ценностей он и придерживается. Вот. А, ну, если женщина согласна на такие ценности, вот, ну,
это ее выбор, ее право. Я бы сказал, что у женщины, вот, к сожалению, в какой-то степени есть проблема. Проблема с личной ответственностью. Вот. То есть не желаю прислушиваться к себе, да, не желаю вот, прислушиваться к тому, что сама хочет или не хочет женщина. Она жертвует собой в надежде на то, что ее услышат, поймут, оценят, но этого не происходит и не произойдет. Вот, потому что женщина один человек со своими ценностями, а мужчина другой человек со своими ценностями. Вот. Вот, вы спрашиваете, и как с ним дальше? Как с ним дальше, чтобы что? Это чтобы что-то изменилось, нужно замотивировать его, для этого необходимо более полно понять человека, узнать его. Если вам что-то получить, нужно смотреть на вещи здраво, может быть, мужчина вам для этого не подходит. Цель сформулируйте, пожалуйста. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.